Сегодня ночью в самом центре Екатеринбурга на Ленина 48 в доме, известном каждому горожанину под аббревиатурой ЦГ, случился невиданный доселе камнепад, начисто разворотивший подход к одному из подъездов дома. Ну, где-то в начале второго ночи я варила суп в кухне, услышала страшный грохот. Вышла на балкон, думаю, ну, голоса какие-нибудь услышу или что, но ничего не было, кроме грохота слышно. Обвал дома, а иначе это никак не назвать, продолжался примерно в течение часа. Кирпичи с циничной периодичностью валились с высоты шестого этажа, заставляя жильцов каждый раз подпрыгивать в своих койках. Один особо прицельный камень снес спутниковую телевизионную тарелку, прикрепленную, кстати, к другой, не к той разрушающейся стене. Впрочем, как позже выяснилось, потеря тарелки нисколько не расстроила ее владельца. Отказавшись сниматься, он высказался в том духе, что это не проблема, сегодня новую установят. Однако не все так легко восприняли случившееся. Этот дом славен еще и тем, что весь его шестой этаж занимают мастерские художников. Да и в других квартирах живут те, кого принято называть богемой. Люди, для которых с приходом сумерек жизнь, можно сказать, только начинается. Только чудом никого из них не прибило. Ну а причины? То, что, собственно, и вызвал этот чудовищный камнепад на поверхности. Обыкновенная российская показуха. Красиво отштукатуренный к юбилею города фасад дома со двора имеет самую непрезентабельную изнанку. Дом на проспекте Ленина буквально рассыпается по частям. То там, то здесь, зияя жалкими заплатами.